Подходите ко мне, я сделаю вам бесплатный маникюр. Я в игре. Обожаю Dress to Impress. Давайте уже начнем переодеваться. Наша первая тема, детектив. Гардероб там. Отлично. А я тогда начну с маникюра. Я хотела бы выбрать себе вот этот цвет. Прекрасный выбор. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сейчас я все сделаю. Он выглядит просто потрясающе. Спасибо. Мы уже готовы. Как тебе наш прикид? Что скажешь? Пойди переоденься, пока еще есть время. Хорошо, я сейчас вернусь. Ей нас не победить. Что это? Лана! Они пришли за мной. Ее кто-то забрал. Девчонки, оцените мой лук. Вы чего? Лану похитили. Какой кошмар. Нужно осмотреть место преступления. Теперь нашу любимую игру закроют навсегда. Что с ней? Перенервничала. Бетти, приди в себя. Ей нужно немного освежиться. Я даже не успела сделать себе маникюр. Какая гадость. Это отвратительно. Что мне теперь делать? Придумала. Просто надень эти перчатки. О, Бетти, я тебя нашел. Привет. Это еще кто? Не знаю. Нейт, привет. Я так рада, что ты тоже здесь. Ну и кринж. Нейт мой друг. Выглядит не очень. Какой ужас. Тебе срочно нужно подстричь ногти. Нет, я к ним уже привык. Ты нас не понял. Это была не просьба. Быстро сядь на кресло. Что ты делаешь? Ой! Пилочка здесь не поможет. Тут нужен инструмент посерьезнее. Давай сюда свою ногу. Быстрее. Начнем нашу процедуру. Мне страшно на это смотреть. Еще долго. Все готово. Ничего себе! Какая красота! Спасибо. Теперь осталось здесь все убрать. Фи. Мэг отлично над ним поработала. Смотрите, у меня получилось надеть обувь. Это очень круто, но я хочу напомнить, что у нас тикают часики. Мы должны найти Лану. А для этого нам нужно собрать хоть какие-то улики. У нас проблемы. Ну что? Я совсем ничего не нашла. Отлично, в этот раз нам повезло. Ты чувствуешь этот ужасный запах? К сожалению, да. Слушай, есть идея. Выключи свет. Сейчас сделаю. Давай поищем улики с помощью ультрафиолетовой лампы. Смотри, здесь написано «Я тебя ненавижу». Ей угрожали. Ты права. Жуть! Страх! Нужно идти по горячим следам. Мы можем вычислить преступника по запаху. Подождите. Какой-то очень знакомый парфюм. Уйди с дороги. Кажется, я взяла след. Бетти, это твои духи. Ты ошиблась. Это невозможно. Серьезно? Мэг, подтверди. Что ты сделала с Ланой? Не спеши. Выкладывай правду. Мне конец. Хорошо, сейчас я все расскажу. Я стояла и любовалась своим новым нарядом. А потом решила побрызгаться духами, чтобы дополнить свой образ потрясающим ароматом. После этого я пошла к Лане. Мне хотелось сделать себе новый маникюр. Все знают, что лучше Ланы в этом деле нет никого. После того, как она закончила работу, я поблагодарила ее и ушла. И только потом я заметила, что забыла свою сумочку у нее на кресле. Вон она, у Нейта. Ну и что там внутри? Она пустая. Видите, тут абсолютно ничего нет. Да, я сама посмотрю. Да, твоя правда, там пусто. Ух ты, смотрите, здесь список пропавших без вести девушек-конкурсанток. Тихо, не шумите. Давай сделаем еще несколько кадров. Отлично, теперь будет что выложить в инсту. Какую еще инсту? Чем вы тут занимаетесь? Дай телефон. Хорошая фотка. Вторая тоже топчик. Тоже норм. Стоп, Мэг. На этом фото ты вместе с пропавшими девушками-конкурсантками. Странно. А это Лана. Она выиграла в конкурсе. Ты хотела ей отомстить. Что? Какая глупость. Я помню это фото. Все было иначе. Темой того раунда была вечеринка. Время подбора наряда подходило к концу. На протяжении всего времени Лана делала конкурсантам маникюры. А когда вспомнила, что у нее совсем нет костюма, то было уже слишком поздно.
До конца раунда оставалась всего 1 минута. Мне стало ее очень жалко, и я захотела помочь Лане. Тогда я подобрала ей красивое белое платье. Потом я позвала Лану к себе и предложила его примерить. Она с радостью согласилась. Оказалось, что это платье ей очень сильно идет. Вау! Лана была безумно благодарна мне за помощь. В итоге она заняла 1-е место в конкурсе. Вот так все и было. Не верю. Бла-бла-бла. Как с тобой сложно. У меня есть сообщение с благодарностью от Ланы. Видимо, ты говоришь правду. Осталось 10 секунд до выхода на подиум. Нейт, тебе срочно нужно переодеться. Точно, я совсем про это забыл. Быстрее. О нет, время вышло. Не расстраивайся. Сейчас спросим у зрителей. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам образ Нейта. Все, время для финального выхода. Пора узнать наши оценки. Ребята, голосуйте за меня. Мой образ самый сбалансированный. А как вы оцените этот лук? Друзья, как вам мой наряд? Тоже из наших конкурсантов занял 1-е место. Почему только 3-е? Да, я победила! Второе тоже неплохо. Последнее место. За что? Всем спасибо за игру. Ого. Мэг, посмотри сюда. В этом пятне от лака видно отпечаток чьей-то подошвы. А рядом еще есть следы. Давай посмотрим, куда они ведут. Вот это да! Эти следы оставил Нейт. Только не это. Меня спалили. Нам нужно бежать. Куда это вы? Ну и оставайся. Нейт, вернись! У нас есть к тебе несколько вопросов. Сидеть! А теперь быстро говори нам все, что знаешь. Какой яркий свет. Это отличная возможность позагорать. Что? Ты нормальная? Где Лана? Ладно. Нейт прибежал к Лане, чтобы сделать себе красивый маникюр. Но у Ланы оказалось закрыто. Из-за этого у Нейта закончилось время, и он проиграл. Тогда я сказала ему, что тоже не успела сделать себе маникюр. Нейт предложил похитить Лану Лор, чтобы она работала только на нас. Мне показалось это прикольной идеей, и я согласилась. Вот оно что. Я сейчас вернусь. Мне нужно кое-что проверить. Ой, какое кошмарное местечко. Что там у тебя? Дай мне 1 минуту. Я ничего не вижу. Эй, здесь есть кто-нибудь? Ай, моя нога! Что это? Похоже на дневник Ланы Лор. Но мне нужен хоть какой-то свет, чтобы его прочитать. А вот и фонарик. Повезло, что он рабочий. Дорогой дневник. Ты меня слышишь? Кто здесь? Я иду на звук. Помогите мне. Мэг, ты пришла за мной. Я так сильно волновалась. Хорошо, а теперь давай тебя отсюда вытащим. Отличный план. Но как открыть замок? Ничего не поделаешь. Мне придется использовать грубую силу. Удар! Ай, как же больно! Я чуть не сломала себе ногу. Этот замок слишком крепкий. Все понятно. Теперь мне никогда отсюда не выбраться. Сюда кто-то идет. Мне нужно спрятаться. Надеюсь, что меня не заметят. Добро пожаловать в салон красоты Нейта. Время пришло. Ты про что? Мы поменялись ролями. Теперь я буду делать тебе новый маникюр. Быстро дай мне сюда свою руку. Ты испортишь мне ногти. Не нужно волноваться. Я все сделаю профессионально. Да он же просто монстр. Я больше не могу на это смотреть. Он услышал. Кто здесь? Немедленно выходи. Ай! Что это такое было? Прямое попадание. Ах ты злодей. Ты у меня за все ответишь. Лана, выходи. Сейчас. Бинго. Я взломаю замок с помощью этой пилочки для ногтей. Как там это делается? Ну же, открывайся. У меня получилось. Молодец. Теперь давай посадим его в клетку. Выпустите. Размечтался. Пойдем, подруга. Мы вернулись. Она сообщница Нейта. Тихо, тихо. Успокойся. Тебе тоже пора отправиться в клетку. Не останавливайся. Может быть, как-то договоримся? Ни за что. Ты похитила меня. Я никогда тебе этого не прощу.
Залезай внутрь. Твой дружок тебя там уже ждет. Подумайте над своим поведением. Все будет хорошо. Но не у вас. А это на тот случай, если захотите сделать себе маникюр. Это пилочка. Она моя. Я больше не хочу здесь оставаться. Убери от нее свои руки. Лана, с тобой все в порядке? Эбби, я так устала. Что случилось? Выпей стакан воды. Давай. Спасибо. Вот это жажда. Секунду, я немного успокоилась. Сейчас расскажу. Я как раз заканчивала делать образцы лака для ногтей. И тут ко мне подскакивает Нейт и просит сделать очень сложный маникюр на цирковую тематику. Но до конца игры оставалось всего лишь 15 секунд. Я сказала ему, что этого времени слишком мало. Но он совершенно не хотел меня слушать. Тогда он достал свой надувной цирковой молот и принялся крушить им все вокруг. Это было просто ужасно. Я никак не могла его остановить. Но этого ему оказалось мало. Он взял мой красный лак и написал на столе «Я тебя ненавижу». После этого его таймер добрался до нуля, и Нейт проиграл. Он обвинил в своем поражении меня и ушел. Я попыталась хоть как-то прийти в себя и убрать свое рабочее место. Но тут ко мне подошла Мэгги. Она тоже требовала от меня очень сложный маникюр. Но у меня уже не было сил. Такая история. Какой кошмар! Ты не заслуживаешь такого ужасного отношения к себе. Это просто несправедливо. Что тебе сделать? Сейчас покажу. Смотри, я хочу себе вот такой маникюр. Ты серьезно? За что ты так со мной? Да не парься, я просто пошутила. Вот это ты меня напугала. Было смешно. Новая тема – головоломка. Я пошла переодеваться. Дай мне заценить твой образ. Смотри, как тебе мой новый прикид? Вау! Эбби, ты выглядишь просто потрясающе! Спасибо за комплимент. Ого, что я вижу? Это так круто! Я так сильно за нее рада! Добро пожаловать! Это раздевалка нашей школьной хоккейной команды. Мэг, познакомься с Райли. Она теперь будет за нас играть. Привет, Мэг! Чего? Эта малявка? Тоже мне усиление. Я могу попросить у тебя автограф? Не поняла. Что это за жалкая пародия на мою прическу? Иди тусуйся, мелкая. И состриги это убожество. Не позорь меня. За что она так? Такого я совсем не ожидал. Это было очень грубо. Пора подкрепиться. Черт возьми, я разлила на себя кетчуп. Где это я? О, привет. Кто это? Привет. У вас так много разноцветных кнопок. Упс. Никто не смеет меня обижать. Зря ты это сделала, Мэг. Моя месть будет жестока. Пусти меня. Стиль хромой черепахи. Брысь отсюда. Как скажешь, уже ухожу. Вот и прекрасно. Теперь Райли полностью под моим контролем. Приступим к управлению. Выпусти меня! Ты сейчас все испортишь! Глупости! Я сделаю ее сильнее! Пришло время преподать тебе урок. Будешь знать, как обижать младших. Выльем немного слайма внутрь твоих коньков. Это придаст твоим движениям дополнительной грациозности. У меня для тебя есть еще один сюрприз. Посмотрим, сколько шайб ты забьешь без своей любимой клюшки. Теперь можно занять место в первом ряду. Сейчас покажу всем, как нужно играть в хоккей. Не зря я самый сильный игрок в нашей команде. Что с моими коньками? Какие-то они липкие. Ладно, не поняла. Кто приклеил мою клюшку к стене? Мэг, почему ты так долго? Тренировка уже началась. У меня проблемы. Это неуважение к команде. Первое предупреждение. Пойдем. Получила! Райли, ты не такая! Слушайте внимательно. Во время атаки вы должны пытаться создать численное преимущество. Понятно, тренер. Райли, к доске. Слушаюсь, тренер. Как должны двигаться игроки в атаке? Я же это знаю. Сейчас.
Одну секунду. Вот лузерша! Не волнуйся, сейчас я тебе помогу. Ой! Таким образом ты только потеряешь шайбу. Я выписываю тебе предупреждение. Что? Мэг меня подставила! Сейчас я ей устрою! Я облажалась. Молодец, Мэг, абсолютно верно. Сразу видно, что ты разбираешься в тактике. Вот выскочка. Ну ничего. Райли так просто не сдается. Сейчас я добавлю немного острых ощущений в твою жизнь. Не нужно было переходить мне дорогу. Я сделаю все, чтобы играть в основном составе. Это гениально. Можешь садиться. Идет. Прячем улики. Тренер остался мной доволен. Ваша главная задача – вывести нападающего под удар. Я поняла, тренер. Мамочки, почему во рту так печет? Практическое занятие. Мэг, ко мне. Бегу, тренер. Сейчас мы будем отрабатывать технику контроля шайбы. Не отпускай ее далеко. Я стараюсь, тренер. У меня получается? Да, с техникой у тебя все в порядке. Райли, ты следующая. Хорошо. Сейчас я тоже попробую контролировать шайбу. Одну минуту. У меня важный звонок. Не волнуйтесь, тренер. Я пока потренируюсь самостоятельно. Буду отрабатывать точность своего удара. Осторожно! Ай! Мой зуб! Ты мне его выбила! Упс. Это только начало. И так будет с каждым. Что она творит? Это слишком даже для меня. Похоже, что эта штука стеклянная. Я попробую ее разбить. Благодаря мне Райли будет держать всю команду в страхе. Меня уже не остановить. Отвали от пульта. Дело плохо. Я должна все исправить. Неловко вышло. Прости, что выбила тебе зуб. У меня есть скидка на прием к стоматологу. Спасибо, я тебя прощаю. Я так больше не буду. Совсем другое дело. Райли очень добрая девочка. Ай! Больше ты мне не помешаешь. Пульт снова мой. Ах ты злодейка! Продолжим. Отдай сюда. Не будет у тебя никакой скидки. Что у вас там происходит? Прекратить! Райли! Постой пока здесь. Что случилось? Мне выбили зуб. Не волнуйся. Мы сейчас же пойдем к врачу. Хорошо, тренер. Побежали. Пока-пока. Кажется, я что-то не то съела. Не могу больше терпеть. Сейчас вернусь. Кровавая радость ушла. Это мой шанс. Спасибо за помощь, бананчик. Радость, держись. Сейчас я тебя развяжу. Поторопись. Я как заново родилась. Упс. Бу! Не бей! Это было слишком просто. Пронесло. Да как она только смеет так с нами обращаться? Гнев, успокойся. Ты сейчас устроишь здесь пожар. Придумала. Давай посмотрим, что у бананчика внутри. Откуда у него динамит? Это перебор. Эй, не обязательно его складывать на меня. А вот это нам может пригодиться. Мы арестуем кровавую радость. Хорошо, забирай свой динамит. Я пошел. Это полиция эмоций. Вы арестованы за незаконный захват пульта. Отпустите! Преступник оказывает сопротивление. Мне придется применить силу. Пошла. Теперь я могу все вернуть на свои места. Пилим клюшку, Мэг. Стоп! Что я творю? Это же подлость. Я не буду этого делать. Пора немного потренироваться. Хочу прокачать свое умение контролировать шайбу. О, нет, это была моя любимая клюшка. Как же я теперь буду играть? Хочешь пирожное? Спасибо, не откажусь. Бери. Я собой горжусь. Решили избавиться от меня? Не выйдет. Ты с ума сошла? Ты меня чуть не убила. Кровавая радость против радости. Раунд 2. Тебе конец. Не зря я смотрела рестлинг. Сдаюсь. Можно продолжать работу. На чем я там остановилась? Хочешь кофе? Тогда пей его с пола. И пирожным я с тобой не поделюсь. С меня хватит. Ты меня уже достала, малявка. Тайм-аут. Что произошло? Время включить актрису. Меня хотели побить. Кто собирался тебя побить? Мэг.
Ты позоришь мою команду! Ой, это личное. Красный свет, карточка. Иди. Вот и играйте сами. Перед тем, как совершить бросок, атакующий игрок должен посмотреть, где находится вратарь соперника. Ясно. Как же хочется спать. Я должен помирить Райли и Мэг. В этом мне поможет радостное воспоминание. Поздравляю, Райли. Ты самый талантливый игрок моей команды. У Райли уже есть кубок. Я тоже старалась. Значит, недостаточно. Иначе кубок был бы у тебя. Это совсем не весело. Я не сплю. Чего ты на меня уставилась? Бедная Мэг. Она просто хотела, чтобы ее похвалили. Что она делает? Мэг, прости меня за все. Давай снова будем дружить. Это очень мило с твоей стороны. Всем все понятно? Перерыв. Отдыхайте. Так что ты скажешь? Я согласна. Снова подруги? Конечно. Давай обнимемся. Какие еще подруги? Мне нужна хорошая ссора. Снова попалась. Райли, мне больно. Ты меня сейчас раздавишь. Она сошла с ума. Беги отсюда, лузерша. Переходим к физподготовке. Принять упор лежа. К упражнению готова. Тренер не смотрит. Подвинься. Как же мне идут усы. Мэг, ты чего разлеглась? Это минус. Она опять меня подставила. Посмотрите на меня. Очень хорошо, Райли. Спасибо, тренер. Давай, Мэг, возьми себя в руки. Ты сможешь ее победить. Отлично, Мэг. Продолжай в том же духе. Вот это настрой. Мне нужны такие игроки. Я ей проигрываю. Все пошло не по плану. Что же делать? Эта сетка поможет усмирить кровавую радость. Попалась. Иди сюда. Твоя власть здесь окончена. Я подам на вас в суд. Молодец, Гнев. Отличная работа. Давай попробуем исправить ситуацию. 50. Все. Поздравляю. Больше я на это не поведусь. Тренировка окончена. Мэг, ты сегодня отлично поработала. Спасибо, тренер. Так держать. Почему они меня не подождали? Что это было? Эй! Зря вы пошли против меня. Сейчас я уничтожу все ваши любимые воспоминания. Давай поговорим. Идем отсюда. Пора идти домой. А вот и моя сумка. Что это за странный звук? Он разносится прямо из моего ящика. Что? Лузер? Но кто это здесь написал? Неужели это был тренер? Залазь. Ай! Теперь это твой новый дом. Меня не остановить. Ты об этом пожалеешь. Бинго. Я совсем забыл про бананчика. Его вещи могут нам сейчас пригодиться. А я что говорил? Подождите, зачем мне зажигалка? Только будь аккуратнее с динамитом. Ложись. Это было мощно. Мне пора. Спасибо, ты нам очень помог. О нет, эту эмоцию уже не склеить. Теперь мы снова подружки. Что же я натворила? Иногда я слишком сильно увлекаюсь. Мне очень стыдно. Предлагаю перемирие. Простите меня, пожалуйста. Я побежала. Пока. Мы не держим на тебя обиды. Как ужасно я себя вела все это время. Я должна это исправить. Дай мне руку, я вытащу тебя отсюда. Там было очень страшно. Это же мой шлем. Спасибо. Пошли сыграем. Мир? Мир. А теперь идем на поле. Вот теперь все в порядке. Всем привет! Ничего себе! Как у вас тут интересно! Сколько разноцветных кнопочек! А что будет, если их нажать? А ты кто? Я новая эмоция. Тревожность. Тогда чувствуй себя как дома. Какой тяжелый день. Как скажете, я тогда тоже немножко вздремну. Путь сюда был нелегким. Райли счастлива. Что это за шум? Пора вставать. Как же хочется еще поспать. О, нет! Уже 9 число. Я совсем забыла. У меня сегодня экзамен. Внимание! Мы абсолютно не готовы. Нас выгонят со школы. Без паники. Мы что-нибудь придумаем.
Что же делать? Идея. Давайте притворимся больными. Что это за кашель? Нужно показать тебя врачу. А вот и первые пациенты. Доктор, у Райли сильный кашель. Я вас понял. Мне нужно ее послушать и померить температуру. Джой, скорее, ударь меня. Хорошо. Вот. Ты называешь это ударом? Бей сильнее. Сейчас попробую. Получай. Да втащи ты ему нормально. Отойди. Вот тебе. Ай! Это было больно. Мне жарко. Давай посмотрим, сколько там. Ничего себе. Да у тебя настоящий жар. Тебе срочно нужно лечь в кровать. Вот так. Отдыхай. Фух, у нас получилось. Бедная Райли. Что это такое? Вы только посмотрите на эту штуковину. Ей поставили капельницу. А это что за прибор? Эти медицинские аппараты меня пугают. Почему их так много? Интересно, я тут надолго? Нужно поднять себе настроение. Сейчас съем свою любимую шоколадку. Я просто обожаю сникерсы. Вау, как же это вкусно! Пришли результаты анализов. Ты что делаешь? Немедленно отдай это мне. Тебе нельзя шоколад. У тебя повышенный уровень сахара в крови. Я люблю сладкое. Придется от него отказаться. Вот что тебе сейчас нужно кушать. Отстой! Я не буду есть эту гадость. Ладно. Можем поступить по-другому. Верни это обратно. Сейчас я сделаю овощное смузи. Нужно все это хорошенько перемешать. Вот так вот. Кажется, готово. Теперь этот коктейль я заливаю в шприц. Зачем вам шприц? Будем делать тебе укол. Плохо дело. Нужно ее спасать. Подождите, я передумала. Мне нравится вареное брокколи. Очень вкусно. Отвратительно. Класс. Вот это другое дело. Шприц мне больше не нужен. Что там у нас по плану? Нужно провести еще один тест. Открой глаза пошире. Я ничего не вижу. Какой ангельский свет! Я сейчас выйду и дам тебе по голове. Все понятно. Запишем результаты. Я еще вернусь. Я устала. Пора ложиться спать. Давайте поможем Райли сбежать из больницы. Вперед! Мы на месте. Что делать? Я попробую открыть дверь. Это наш путь на волю. Давай, открывайся. У меня не получается. Тут нужен другой подход. Придумал. Поберегись. Ай! Этого не может быть. Из чего она сделана? Меня это бесит. Мы сейчас сгорим. Я должна нажать кнопку пожарной тревоги. Я не взяла с собой зонтик. Все. Фух. Я успокоился. Не обижайтесь. Мне пришлось это сделать. Проехали. Нужно придумать, чем открыть эту дверь. Эти инструменты могут нам помочь. Я возьму пончик. Ничего не понимаю. Куда вставляется эта штуковина? Забавная. Пора съесть пончик. Подожди. Ребята, нужна ваша помощь. Напишите в комментариях, чем лучше всего открыть двери. Ого, как много разных комментов. Дайте почитать. Пончиком? Каким образом? Я в этом не уверена. Отлично. Значит, я наконец-то могу его съесть. У меня не остается другого выбора. Но помните, взламывать замки – это плохо. А нас за такое не посадят в тюрьму? Да что же ты такое? Джой, нужна твоя помощь. Давай, ты сможешь. Класс, приятный ветерок. Я в тебя верю. Вперед. У меня получилось. Дверь открыта. Давайте посмотрим, что там. Мне нужны ваши мозги. Бежим. Что это был за монстр? Я не знаю. Тут ничего не видно. О, наконец-то включили свет. Ай, пора в палату. Все пропало. Что нам делать? Как вернуть Райли домой? Не знаю. Нужно придумать новый план. Какая же она красивая. Да я тебя укрою. Райли навсегда останется в больнице. Ай, какая ты неуклюжая. Прости, я не хотела. У меня белые кроссовки. Что это за шум? Кто вы такие? Не обращай на нас внимания. Это просто сон. Окей, буду спать дальше.
Вот и хорошо. Упс, гнев хочет меня убить. Успокойся, тебя никто не обидит. Давай я включу тебе расслабляющую музыку. Кайф. Тебе легче? Мне стало еще тревожнее. Выключи уже эти ужасные звуки. Отдай сюда телефон. О, хард-рок, это круто. Успокойся, я тебя прощаю. Кто-то хочет зайти. Нам пора возвращаться обратно. Как ты себя чувствуешь? Вот за Соня. Просыпайся. Еще 5 минут. Уже пора вставать. Я сказал подъем. Не хочу. Да что ж ты будешь делать? Ладно, ничего не остается. Придется использовать скальпель. Нет, только не скальпель. Слишком поздно. Я все-таки порежу этот стейк. Ты же любишь курицу? Даже не знаю. Спасибо. Мясо даст тебе очень много силы. Все благодаря большому количеству протеина. Отлично. Нам нравится мясо. Хорошо, я съем этот стейк полностью. Хочу больше мяса. Мы должны быть очень сильными. Приступим. Получай! Ай! Что произошло? Мои глаза! Я ничего не вижу. Сейчас упаду. Ой! Я случайно ее проглотил. Помогите! Я не могу дышать. Что же я наделала? О нет! Мы должны его спасти. Я знаю, что нужно делать. Я проходил курсы оказания первой помощи. Я чуть не задохнулся. Это все из-за тебя. Простите, я не хотела. Не верю. Ай. У меня не было другого выбора. У него должны быть ключи от дверей. Вот и они. Все за мной. Сейчас мы отсюда выберемся. Подождите. Это что, печаль? Где ты ее увидела? Бедный доктор, мы не можем оставить его здесь. Давайте перенесем доктора на кровать. Взяли. Тут ему будет удобнее. Не обижайтесь на нас. Возьмите обратно ваши ключи. Нам с вами пора возвращаться. Как вы себя чувствуете? Что со мной произошло? Почему-то кружится голова. Простите, это больше не повторится. Да ну тебя! Я же хотел тебе помочь. Мне нужно отдохнуть. Слушай, а ты видела? Ладно, неважно. Нужно подготовиться к тесту по математике. Какая она умничка! На горизонте все спокойно. У меня плохое предчувствие. Я не с пустыми руками. Райли, пришло время принимать таблетки. Ты готова? Ну вот, я так и знала. Тревога! Стоп, отбой. Все в порядке. Ненавижу таблетки. Не бойся, это не страшно. Запей их водой. Нет, я не буду ничего пить. Кэнди принцесс, тебе нужно выпить таблетку. Такую. Вот эту. Класс, обожаю пить таблетки. Видишь, ей понравилось. Этот доктор такой веселый, мне он нравится. Я ему не доверяю. Крутое представление. Хочу еще. Теперь ты согласна? Я так и знала. Мы в опасности. Хочу себе эту игрушку. Отдай. Это моя любимая. Нет. Ах так? Сама напросилась. Что ты на это скажешь? Развяжите меня. Время принимать таблетки. Ситуация выходит из-под контроля. Спокойно. Я передам Райли свою силу. Сейчас укушу! Эта девочка сошла с ума! Вот так его! Мы победили! Тебе нужно успокоиться. Уже слишком поздно. Никто не заставит нас есть таблетки! Дурацкая больница! Ты меня достала! Только и можешь что пугать детей! Сейчас я тебя уничтожу! Да, нас уже не остановить! Доктор просто хотел ей помочь. Что же я наделал? Нас больше никогда не пустят в эту больницу. Я опять обидела доктора. Теперь он меня не простит. Как же это все грустно.
Райли нужна наша поддержка. Вперед! Не плачь. Все обязательно наладится. Я вернулся. Давай проверим твою температуру. Скажи «а-а-а». А-а-а! Идеально. Нужно немного подождать. Готово. Посмотрим на результат. Райли, да ты же совсем здорова. Только не это. Очень подозрительно. А-а-а, теперь мне все понятно. У меня для тебя есть выбор. Таблетка или тест? Я выбираю тест. Спасибо, доктор. Пойду готовиться. Хороший выбор. Желаю удачи. Этот тест оказался не таким и сложным. Я почти дорисовала. Это мой любимый мультик. Милая, пойдем вместе посмотрим головоломку. Давай. Прикольные рисунки. Возьму их себе. Джо и злость лучше всех. Нет никого круче, чем тревожность и стыд. Вот что я думаю о твоих дурацких персонажах. Мама! Иди сюда! Я уже здесь, доченька. Ты чего плачешь? Что случилось? Он порвал мои рисунки. Оливер, ты наказан. Займись уборкой. Милая, не расстраивайся. Смотри, что у меня для тебя есть. Вау. Я давно о таких мечтала. Я тебя люблю, доченька. Чтобы все здесь убрал. Получил? Ах, ты ж маленькая ябеда. Нужно найти для моих новых друзей подходящий домик. Здесь им должно быть удобно. У меня есть идея. Давайте устроим им настоящую свадьбу. Чего-то не хватает. Знаю. Красивой невесте нужен большой букет цветов. На руки я тебя поднимать не буду. У меня болит спина. Романтик. Пришло время поцеловаться. Целуемся и домой. Шикарный план. Я не подсматриваю. Ну все, церемония окончена. Добавим в ваш домик немного мебели. Какая вы красивая пара. Что она там делает? Дети, кушать. Уже время обедать. Ура! Беги, беги. Это мой шанс. Сейчас я немного подправлю дизайн твоей квартирки. Так будет лучше. Черт! Дурацкие шарики! Вот вам! Получайте! Вы меня достали! Тупые разноцветные флажки! Что же делать? Знаю! Милый, у меня для тебя кое-что есть. Вот, это должно будет тебя успокоить. Дыши глубоко. Попробуй. Вдох, выдох. Мне уже лучше. Вот и отлично. Ты просто королева бумажных пакетиков. Прекрати, ты меня смущаешь. Ладно, продолжай. Элис уже идет. Нужно спрятаться. Меня здесь не было. Я наелась. Проверю, как дела у моих друзей. Не поняла, почему здесь такой беспорядок? Это никуда не годится. Принимайтесь за уборку. Что это? Я не собираюсь убирать в этой дурацкой комнате. Ты очень смешной, когда сердишься. Я сама все сделаю. Правда? Ты не перестаешь меня удивлять. Сейчас я наведу тут порядок. В нашей квартире должны быть чистота и уют. Так-то лучше. Дорогой, я проголодалась. Неожиданная новость. Чем же мне их накормить? Знаю. Приятного аппетита. Где мне взять еду? О, рюкзак. Давай его откроем. Стой! Это может быть ловушка. Я опасность нюхом чую. Там кто-то есть. Ты уверен? Давай просто его откроем. Необходимо подготовиться к атаке. Здесь нет места для нас двоих. Ты готов встретить свою судьбу? Получай, жалкий рюкзак. Ладно, ты права. Он не опасен. Давай посмотрим, что там внутри. Быстрее, я уже сгораю от любопытства. Здесь Макдональдс. Это тебе. Я его просто обожаю. Этот дурацкий рюкзак мне мешает. Не бурчи. Сейчас заберу. О, кола. Дай сюда. Я тоже проголодался. Я в бургерном раю. Выглядит аппетитно. Попробуем. Дай укусить. Спокойно. Держи себя в руках. Кажется, я не наелась. Давай еще закажем. Еще? Я буду 2 Биг Мака и 3 чизбургера. Подожди, почему ты так много ешь? Здесь что-то не так. Стоп! Давайте проведем тест. Ловлю.
Слушай, может, ты беременна? Сейчас мы это узнаем. Поели, называется. Ты там скоро? Ненавижу ждать.